Делай мир лучше силой своего мастерства. Главный девиз этого чемпионата. WorldSkills – это не просто соревнование рабочих профессий. Лучшие повара, виноделы, специалисты ландшафтного дизайна и предприниматели вступают в борьбу за право стать сильнейшим в своем ремесле. Переоценить значимость этого мероприятия, наверное, невозможно. То, что наша страна влилась в это движение, то, что наш город занимает ключевые позиции при подготовке кадров, трудовых резервов, это абсолютно очевидно. Не случайно, что здесь, в этом зале, помимо студентов, мы видим и наших школьников. Потому что именно в ваших руках будущее нашего города, Кубани и России в целом. Сейчас с каждым годом мы понимаем, что значимость, необходимость рабочих профессий, их востребованность возрастает. Как отмечают члены экспертной комиссии, в этом году победу завоевать будет нелегко. Требования к участникам турнира серьезно ужесточились. У нас изменения очень серьезные. Мы хотим, чтобы наши ребята, вот обучающие в системе профессионального, среднего профессионального образования, после окончания могли смело, спокойно открыть небольшое предприятие, где он, может быть, один работает, там, 2-3 человека, но чтобы он этого не боялся, мог это сделать. Знал клиентов, финансы, маркетинг, продвижение, все вот это. Поэтому изменения у нас очень серьезные. Если в прошлом году они приходили на чемпионат, и мы говорили, ребята, делаем вот эту тему, и они тут же все это придумывали, то сейчас у них был месяц, они прорабатывали бизнес-план по той теме, которая им интересна. А в течение соревновательных дней мы с экспертами задаем вопросы, оцениваем, где-то корректируем. Ну и, конечно, есть спецэтап, про который они не знают, по которому мы можем оценить, насколько они могут быстро адаптироваться к тем изменениям, которые вообще на рынке всегда бывают. Курорт традиционно на этом чемпионате представляют два учебных заведения. Это Анапский сельскохозяйственный техникум и Анапский колледж сферы услуг. Наши студенты будут выступать в трех компетенциях. Это ландшафтный дизайн, поварское дело и виноделие. В этом году мы достаточно серьезно подготовились. Мы отправляли еще ребят на подготовку, скажем так, на практическое обучение в Абрау-Дюрсо. Они там проходили у нас вот буквально в декабре месяце практические занятия уже на таком современном, более современном заводском оборудовании. То есть да, наша команда хорошо готова. В этом году у нас по компетенции поварское дело будут соревноваться не 10 участников, а 16. То есть уже идет увеличение количества рабочих мест. Соревновательных дней у нас будет 3. Мы готовим за весь период 7 блюд. Анапские студенты высоко оценивают свои шансы на победу. Кристина Давтян в прошлом году участвовала в отборочном туре в номинации «Поварское дело», но не прошла испытания. Целый год ей потребовалось на подготовку, чтобы вновь заявить о себе. В прошлом году мне не хватило опыта. В прошлом году я была на втором курсе. Я участвовала без опыта работы. У меня не было ни практики, я нигде не на производстве, нигде не работала. В этом году у меня практики побольше. Я выходила на производство на практику, летом работала. Все-таки у меня больше опыта в этом году. Я думаю, раз опыт есть, есть силы. Официальный старт дан. В течение нескольких дней на базе анапских учебных заведений 41 конкурсант будет соревноваться в своих умениях и навыках. Лучшие специалисты региональных соревнований отправятся на национальный чемпионат, который пройдет в Южно-Сахалинске 3 ноября. Руслан Душевский, Анапа регион.